Тем временем дело пьяной автоледи, по вине которой погибли два человека, в том числе младенец, передано в суд. Страшное ДТП произошло в марте на дороге Талица-Тугулым. 38-летняя женщина, управляя автомобилем, в салоне которого были три пассажира, врезалась в легковушку. При управлении автомобилем обвиняемая, помимо того, что находилась за рулем в состоянии опьянения, превысила максимально допустимую скорость на данном участке дороги, не учла сложной дорожной обстановки, наличие снегопада и мокрое дорожное покрытие и, не справившись с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения и последующее столкновение с другой легковой автомашиной. В страшной аварии погибли двое пассажиров машины женщины, в том числе маленький ребенок. Водитель другой легковушки получил тяжелые травмы. В отношении виновницы ДТП возбудили уголовное дело. В ближайшее время автоледи предстанет перед судом. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.